вами Эдвин и Милана. И мы будем с Миланочкой открывать пачку Орео. Не знаем, что это, мы это пробуем впервые. И тут дается, значит, тут 5 и в подарок плюс 1. Равно 6. Можно вот такие штучки сделать. Да, смотрите, мы все время в рекламе, все время показывают. Покрути, ну, покрутим. Потом лизни, ну, лизнем. Обмакни. Ну, значит, об молоко, я так думаю. Наверное, вкусно будет. Ладно, давайте открывать. Так. Вот, смотрите, как я как-то так открывается, я видел сейчас. Вот, видите, тут 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вообще должно быть. Но нам дали плюс 1. 3, 3, 6. Так что мы с Миланочкой будем пробовать. Так. Давайте фотку сделаем сначала. Вот так держи. Давай. Миланочка, все тоже. Там да. 2, кстати, штучки. От лица убери. Наночка, от лица убери. Сейчас вот тогда его. Все. Давай, открывай, посмотрим. Сначала так, не я. Открывается, что ли? Что-то нету. Нам нужны ножницы. Да. А я умею так открывать. Попробуй так. Я, на самом деле, я вот так открываю пальцами. Пальцами. Смотрите, то есть это берем. Давай это оставим, да? Нет, я тоже пробовала. Да, Миланочка, ты открываешь? Да, а я уже открою. Так, смотрите, тут у нас получается идут вот такие вот печеньки. Ой, красиво. Так, так, их тут идут 4 штучки, оказывается, в пакете. Много, кстати. Уже запах пошел в печенье. Вкусно, так, да? С шоколадом. Так, получается, что там написано? Покрути. Как это покрутить? Покрутить вот. Что-то. А что его крутить-то? Ой, я подкрутила. И смотрите, что? А там я... в рекламе, что ли, так? Ой, вот, покрути. Смотри, поваляй по полу, да? А? Покрути. Все. Я уже покрутила руками. Дальше, значит... А, Милана вот вон как говорит, крутить-то вот надо. Так. Покажи на другой печеньке. Смотри. Это неправильно понял, как крутить. Да? Смотри. Вот смотри. Раз. Оп. Вот так в противоположную сторону а? Крутишь. А, потом лизни. А, ну вот они и сделали, а потом... Да? Обмакни, ну, в общем, съешь походу. Нет, это получается молоко, что ли? Да. Ну, давай так кушай. Да. В дороге же не будешь молоко доставать. Угу. Вкусно. Вкусно, Миланочка, ну-ка ты попробуй. Ну, с молоком ну, ты прожуй сначала и скажи, как тебе, вкусненько или нет? Вкусно. Вкусно? Ну, я... Они говорят, обмакни в молоко, потому что вот это в белое молоко будет молоко считаться. А так ничего, просто вот это. Ну-ка, давайте я тоже попробую одну печеньку. Облизни. Ну, это для вас, приколюхи. Mm. Для меня просто съешь. Mm. Так. Плюс, с молоком. Крем мягкий. Вот почему они сказали-то облизни. Потому что есть такие печеньки, где двойные. Если их открыть, то посерединке вот этот крем, он жесткий. Да. Его нереально там облизнуть. А здесь они крем сделали такой этот, вздут, или как он называется правильно? Мама лучше знает. Ну, в общем, мягкие. Типа безе. Спокойно можете облизнуть. Да, Милан? Вон он. Мягкий крем. Облизни и не съешь, да, Милан? Миланочка, облизни, положи рядышком. Вот мне понравились эти печеньки. Ну, тоже, если чаем, это тоже прикольно. Я гору придумала. Кстати, очень вкусно. Да, это точно. Папа вот реально рекомендует. Это точно, если там с кофе, вот кому из взрослых. Давайте дальше открывать. Да, давай. Эти давай положим. Сначала это скушайте.
а то будет бардак. Давай вот это берем мусор. Чувствую вот так. Вкусно. Папа сейчас кофе сварит и будет с кофе эти печеньки пить. Кушать. Да. Очень вкусные печеньки. Я думаю, что тут за счет того, что вот прям вкус шоколада, вот как только открываете, сразу пахнет, да, Эдвин? Да. Запах шоколада такой сильный идет. Уже такой прям сочный. Но аромат мощный. Ну, охота уже. И то, что вот эта начинка такая, опа, даже отвалилась. Видите, начинка настолько мягкая, что она сама отпадает. Вот почему близнец, чтобы прилипло. Да, вот в чем прикол рекламы-то. А я сначала не понял, думаю, что облизывать-то? Оказывается, падать будет. Ну. Если более жесткое. А, вот, даже нарисован. Вот, смотрите, я вот делаю поближе. Вот оно, мягкое. Видите, какая вот? И вот, получается... Вот, мягкая такая штучка. Говорит, обмакни. Видите, молоко? Вот, обмакни. А, если в молоко макнуть, наверное, будет это? Да, так вкуснее. Ну-ка, сейчас папа у нас молоко достанет. Мы все-таки попробуем. Да. Ну, давай так и быть экспериментом сделаем. Да, эксперимент. Сейчас я блюдечко дам. А давай, много не надо, давай я. А я нашла вот такое блюдечко. Все, хватит. Има, я уже приготовилась. Да? Стой, не могу, наверное, так. Не, ну так руки же будут это все. Вот. Ну да, я макну. Я думаю, что надо просто кусочек макнуть и кушать. Вот, как Миланочка. Вот, помакала чуть-чуть, да? И аккуратненько. И вот так вот, аккуратненько. Давай. А, они более мягкие стали. Вот что, они же кусать их больно, да? Ну не больно? Не, ну, тут не то, что мягкие. Мягкие-то понятно, что они будут мягкие. Они вкусные или нет стали? Просто некоторые вещи, когда молоком делаешь, вот помнишь, мы делали эти, да, печеньки? Вот каша получилась. Каша получилась не очень вкусная. А вот так вкусно. Угу. Более не, вот эти прям вот реально с молоком прям вот можно. Вкусно, да, Милан? С молочком. А вон они там это, впитались. Да, да. А я вот так делаю. Так? Угу. Они прям сразу мягкие ставят. Да. Вкусно? Угу. Я всегда все реклама украла. Вот насчет вот этого продукта не обманывает. Реально облизните. Вот то, что тут написано, все работает. Покрути, лизни, обмакни и, в общем, съешь. Действительно, можно взять в дорогу, на работу, на учебу. Эти печеньки как детям подходят, так и взрослым. Так, очень вкусные, удобные, да? Да, всем. Даже можно и птичку взять. Да. Ну все. Да, с вами был Эдвин. Птичкам даже понравится, и да. С вами была Милана. Да. Да. Ну и папа заказывал. И папа, конечно же. Ну да. И, конечно же, были вот эти печенье. Да. Покупайте, кушайте. Эдвин, да мне руки макачил. 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 Новое слово, Милан. Макачил. Вот, получается, мы будем много таких тоже снимать, всякие прикольные. И чего нового появится, мы это все купим.